Химках провели фотосъемку «Химки – город, в котором любят животных». Цель проекта – показать, что зоозащитники – не только женщины. В объективе – настоящие мужчины, спасатели, пожарные, спортсмены вместе с животными из приюта. Обязательно нам надо взять животного. Я скажу, что жизнь у вас сразу же будет другая. Намного ярче, намного и радостнее. Тем более, когда вот такой комочек шерсти, ты его так вырезал, и все. И как бы и все, уже настроение, даже те какие-то неурядицы, проблемы. Все равно как бы, ну вот, потискал, и тебе легче стало. Антон Чесноков – спасатель. За свою карьеру спас не только десятки людей, но и животных. Однажды вытаскивал сразу несколько котов из-под капота автомобиля. Теперь питомцы живут у него дома. Когда-то было время, когда они были дикими. И люди решили забрать их домой, тем самым приручили, обезоружили. И я считаю, что люди должны на себя полностью взять ответственность за их удобство, за их уют. Ну и сами животные красят жизнь людей. У президента химкинского отделения ночных волков Андрея Голливуда скотч-терьер. Сейчас собаке 3 года. Появился он при печальных обстоятельствах. Прошлый домашний любимец ушел из жизни. Сначала очень расстроились и вообще думали, что никого не заведем. Ну вот, и домашние как бы очень по нему скучали. А я понял, что, наверное, выход из этого – это только нового притащил щенка. И сейчас уже неоднократно слышал от семьи, что говорит, ну вообще как бы мы без него вообще жили. Также в акции приняли участие и другие авторитетные и известные мужчины. Среди них олимпийский чемпион по фехтованию Артур Ахматхузин, игрок БК «Химки» Энтони Гилл и селекционер футбольного клуба «Химки» Александр Ширко. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.